Друзья, всем привет! На обзоре сегодня форма рукожопа. Давайте ее сразу разберу немножко и покажу, что она из себя представляет. Это два жестких кожуха, две половинки жесткого кожуха, сделанных из армированного высокопрочного гипса. Это тот же Г16, но он замешан очень густо и проармирован весь. Вот он такой гладенький. Этот голубенький, а этот розовенький. Ну, для того, чтобы можно было быстро различать, где какая часть. Просто такой креатив. И вот такие вот половинки. Ой, не туда. Ой, подождите. Не, не туда. Во, туда. И две половинки. Вот в самой, так сказать, силиконовой части. Что мне про нее рассказать? Она тоже вся проармированная. Много слоев силикона, армирована. Замочки вот такие. Все по фирме. Собирается легко. Все тут с первого раза совпадает. Здесь есть небольшое углубление. Можно, конечно, резинками какими-нибудь такими из автомобильных камер сделаны. Но я просто вот так вот делаю стяжечкой. Слегка натягиваю. Все, в любом удобном месте чик фиксирую. Готово. И, да, кстати, мастер фигурок. Видно? Это я. Идем дальше. Что с ножками? Опять, что ли, ведра вставлять? Нет, есть такая док-станция. Вот так она ставится. Все. Стол трясу, ничего не падает. Шпателем прошлись. Ноги идеально ровные. Я имею в виду стопы. Все стоит хорошо. По уровню. И нет никаких проблем. Потом подставка. И подставка обычная. Вот подставочка. Вот рука, жоп. Там написано. Дырочки. Но я вам покажу, как реализована вообще подставка. Решение сделать отдельную подставку и отдельную статуэтку пришло не случайно. Это для того, чтобы покупатель сам решал, какой стороной ему ставить надпись, как устанавливать рукожопу вообще, чтобы он сам решал, какая сторона лицевая, передняя или задняя, потому что он и с той, и с другой стороны прекрасно смотрится. А плюс для транспортировки это очень выгодно, потому что изделие не ломается, конечно, при должной упаковке. А если бы она была сразу на подставке, она бы по-любому поломалась. У меня, к сожалению, сейчас нет с собой фигурки готовой, но я вам на словах расскажу, как реализуется ее вообще сборка. Вы отливаете подставку с двумя дырочками, то есть, да, там две дырочки в этой подставке. Туда вставляются такие штырьки 8-миллиметровые. В диаметре они вытарчивают, и вы насаживаете сюда самого рукожопа в ногах, предварительно просверлив две дырочки. Все это на клей, и прекрасно все держится, прекрасно все стоит. Так что вот такая вот форма.